Заботливое прикосновение. Так характеризуют свою помощь австралийские волонтеры-массажисты. Они проводят бесплатные сеансы массажа для жителей городка Бакон, сильно пострадавшего от лесного пожара. Здесь живут чуть более 230 человек. Многие потеряли дома и скот. А нервное потрясение испытали все. Ким отказалась от эвакуации и защищала свое имущество от огня. Мне удалось прилечь на час и полностью расслабиться, и я почувствовала себя замечательно. Знаю, что сейчас я не единственная на седьмом небе от счастья. Волонтеров обучила благотворительная организация Hands on Health. Эмоции отражаются на теле. Думаю, многие, кому в последние дни сделали массаж, сильно удивились тому, как были напряжены их тела, сколько эмоций в них застряло. Люди нуждаются в заботливом прикосновении. Думаю, осязание очень важно для людей, и возможность просто побыть рядом с кем-то очень помогает. Клиенты сами выбирают, какой хотят массаж. Некоторым проводят сеанс на всем теле, а кому-то хватает массажа стоп. Просто замечательно. Я провела на ногах несколько последних недель, а сейчас они чувствуют себя прекрасно. Волонтеры будут делать бесплатный массаж для жителей Бакона целый год.